О состоянии нашей экономики так много врут, но новые цифры последнего доклада об инфляции говорят о росте цен. И растут цены на все, не только на резинки для волос, браслеты с сердечками и снаряжение для виндсерфинга. Нет, на предметы первой необходимости, продукты, энергия, автомобили. Все это сильно подорожало. Это цифры правительства, согласно которым в августе инфляция составила 8,3%. Ужасные новости, но становится еще хуже. Индекс Доу Джонса упал на 1200 пунктов. Это самое большое падение, самое большое с июня 2020-го. Помните, в прошлом году Байден говорил нам, что пик инфляции, цитата, «позади». Но сегодня в Белом доме он настаивал, что все идет по плану. Жизнь людей улучшается. Всех людей. Будущее становится ярче. Страна изменилась. Смотрите, чего мы уже добились вместе. Исторический план по спасению Америки превратил экономический кризис в экономическое возрождение. Рабочих мест больше. Люди выходят на работу. С начала моего президентства мы создали 10 миллионов рабочих мест. Это рекорд на данный момент. 3,7%. Уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет. Малый бизнес получает больше кредитов, чем когда-либо в этой стране. Они счастливы, черт побери, и процветают! Я это сделал! Неблагодарные! Буду пороть вас, пока не исправитесь! Можно ли убедить людей криком в том, что с экономикой все хорошо? Чарли Гаспарино долго задается этим вопросом. Старший корреспондент Fox Business с нами на связи. Чарли, ты уже... Я не буду раскрывать твой возраст, но ты узнал об этом далеко не вчера. Как, по-твоему, можно ли криком заставить людей поверить, что они богаче, чем есть на самом деле? Ну, это было похоже на шоу субботним вечером. Было очень смешно. Слушай, Такер, это довольно примечательно. Президент унаследовал угасающую пандемию. Вакцины, которые неплохо работали для ослабления пандемии. Рабочие места вернулись, экономика осталась сильной. Все, что от него требовалось, эффективное управление в этот период. И что он сделал? Он начал тратить, как пьяные матросы во время кутежа со своими коллегами в Конгрессе. И он создал... Парень, который, по его словам, не хотел налога для среднего класса, создал самый пагубный налог для работающих и среднего класса. И это вызвало инфляцию. И неважно, работаете ли вы на трех работах, чтобы позволить себе гамбургер. Вот что мы имеем сейчас. Очень примечательно, что ему сходит это с рук, потому что я слышал, как Донна Бразил говорила о новых рабочих местах. Кстати, они и так создавались. Проблема не в этом. Рабочие места создавались Трампом при инфляции в 2%. Теперь у нас 8,3%. Она не снижается. Им придется повысить процентные ставки в несколько раз, потому что регулирующий аппарат Байдена тормозит предложение. Регулирования слишком много налогов для бизнеса, бизнес не хочет производить. Единственный способ избавиться от инфляции, от пагубного налога для работающих, для среднего класса, это поднять ставки и, вероятно, вызвать еще более суровую рецессию, которая была бы в любом случае. Помните, он тратит деньги, тогда как Федеральный резерв пытается повысить ставки, так что он противоречит их действиям. Вот почему мы имеем инфляцию 8,3%. Это удивительно. И, кстати, люди, которые считают, что в инфляции нет ничего страшного, угадайте, что произошло в Веймарской республике, в Германии. Когда инфляция растет, даже если вы работаете, это один из самых дестабилизирующих факторов для любой страны. О, это точно. Да, это сводит людей с ума. Это делает социальный фон, обстановку в обществе взрывоопасной. Как то, что произошло в Германии. Чарли Гаспарино, рад видеть тебя. Спасибо большое. Спасибо.